Следует понимать, что практически весь день, на день города 12 сентября, будет перекрыта центральная часть города. Проспект Яворницкого от Фабра до Михаила Грушевского. Сначала в одну сторону, потом в обе стороны. Соответственно, те маршруты, которые работали в обычном режиме по этому отрезку, они работать не будут, либо будут работать с изменениями. То есть, если мы говорим о троллейбусных маршрутах, то те маршруты, которые обслуживают левобережное направление, их конечная на этот день будет перенесена на площадь Старомостовую. Это то, что нужно понимать, ключевой момент. Соответственно, аналогично будет и организован движение автобусного транспорта. Они будут делать объезд по улице Староказацкой. Остальные изменения, их достаточно много, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Днепровского городского совета, либо на фейсбук-страничке Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета. То есть полностью все, весь маршрут следования можно для себя понять, то есть если вы уже понимаете, в какой локации планируете провести День города, в принципе, можно посмотреть и увидеть это все более детально на официальных страничках.